организаторы конкурса «Учитель года», уважаемые участники, гости, все присутствующие. Я сейчас очень счастлива, у меня вырывают очень положительные эмоции. И я хотела выразить, во-первых, большую глубокую признательность организаторам самого конкурса. Вы предоставляете нам, учителям, такую возможность для того, чтобы получить новые идеи, для того, чтобы получить новый методический опыт. Это для нас, учителей, этот конкурс, это та самая пружина в спирали бесконечного совершенствования педагогического мастерства. Я хочу выразить признательность и глубокую благодарность директору лицея Акимову Людмиле Владимировне за то, что она поверила в меня. За то, что она увидела меня потенциальным участником столь престижного конкурса, а теперь и победителем этого конкурса. Я очень благодарна заучам моего лицея за их методическую, за их моральную поддержку. Они мои судьи, они мои друзья. Я очень благодарна всему коллективу нашей школы за их помощь. Я благодарна своим родителям. Я благодарна своему мужу за поддержку, такую неоценимую. Я сейчас очень счастлива. И я очень рада, что этот конкурс позволил познакомиться мне с такими достойнейшими учителями нашего города Саратова. Это с нашими участниками конкурса, с нашими методистами нашего города. Большое спасибо. Спасибо, Наталья Николаевна.